26 августа состоялось заседание чрезвычайной комиссии города Магадана по вопросам обращения с отходами. В последнее время эта тема стала наиболее актуальной из-за жалоб колымчан по поводу нерегулярного вывоза мусора, который застаивается в баках, воняет и привлекает различных животных и птиц, таким образом создавая неблагоприятную среду для жизни. К слову, это касается не только крупногабаритных отходов. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии Магадана объяснили это тем, что сейчас большинство водителей мусоровозов находится в отпусках. Именно по этой причине вывоз отходов даже с контейнерных баков вывозится нерегулярно.